На встрече присутствовали депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, начальник Загорянского территориального отдела Валентин Железняк, а также депутат Совета депутатов городского округа Щелково Александр Иванов. В частности, на прием пришла инициативная группа жителей поселка Образцово. Вопросов, требующих помощи и вмешательства, оказалось немало. В их числе отсутствие водопровода, невозможность сдачи анализов местной амбулатории, а также необходимость асфальтирования тротуара вдоль трассы. Есть автотрасса, по которой ездят большегрузные и автомобильные легковые машины. Но нам пройти с коляской или проехать на велосипеде или пройти пешком негде. Есть одна тропиночка под горой, но когда снег, когда дождь, слякоть, мы пройти не можем. Вопрос в чем? Наличие возможностей. По дорогам, по благоустройству, по канализации, водоотведению и по другим вопросам нужны деньги. То есть в бюджет, который нужно закладывать. Это не первый здесь прием. Я здесь прием веду с 2011 года, поэтому могу сказать, что очень много вопросов решено. Но они решены были тогда, когда приоритет был выбран и местными депутатами, и администрацией.